Всем привет! Сегодня с вами Марина Ломака, и мы приготовим очень вкусный сметанник. Что для этого понадобится? 3 яйца, 200 грамм сахара, 200 грамм сметаны, чайная ложка разрыхлителя и 1,5 стакана муки. Приступим к приготовлению. Яйца с сахаром смешиваем и взбиваем миксером. После того, как я взбила яйца с сахаром, я забыла еще сказать, что в сахар я добавила ванилин. Я добавляю сметану. Сметана у меня 25% жирная. Если у вас нет такой, можно взять немножечко меньше. Например, 20% или 15%. Перемешиваем миксером на малых оборотах секунд 20-30. Отставляем миксер в сторону, больше он нам не понадобится. Добавляем разрыхлитель и муку в смесь. Перемешиваем ложкой. Массу выливаем в силиконовую форму. Форму надо установить в аэрогриль на нижнюю решетку. Для того, чтобы сделать крышечку для формы, нужно взять низкую решетку и обернуть ее фольгой. Посередине сделаем дырочку. Ставим аккуратно крышечку сверху. Это делается для того, чтобы пирог равномерно пропекался. Ставим сверху крышку аэрогриля. Выставляем 210 градусов 40 минут. Через 20 минут нужно будет открыть крышечку с формы. Время приготовления подошло к концу. Открываю крышку аэрогриля, и зубочисткой нужно проверить, готов ли пирог. Зубочистка сухая. Если вдруг у вас зубочистка покажет, что пирог еще влажный внутри, вам нужно допечь, но верхушка уже будет загорелая. Можно включить на 100 градусов минут на 10, чтобы пирог просто пропекся внутри. Теперь нужно достать форму. Я достала пирог из формы. Совет. Если вам пирог показался слишком бледным, вы можете его немножечко допечь уже после того, как вы его достали из формы. Вот такой пирог-сметанник у нас получился. Приятного чаепития! Приглашаю вас всех на мой канал в YouTube. Подписывайтесь. Я всем вам буду очень рада.